Как насчет того, чтобы сегодня поужинать где-нибудь? Поужинать со мной? С удовольствием. Так, а в чем же мне пойти, а? Подумай, что я толстая. Надо срочно похудеть. Вот так ждешь, когда тебя на свидание позовут. А когда уже теряешь надежду, перестаешь сидеть на диете и набираешь несколько лишних кило, он вдруг говорит: давай поужинаем. Ну как это называется, а? Не, ну как можно было, а? Как можно было родить меня такой маленькой, еще и с такой широкой костью? Ну ничего, я эти природные данные сейчас быстренько исправлю. Вон сколько тренажеров мне в помощь. Сейчас все группы мышц проработаю, стану красивой и подтянутой. А моя широкая кость преобразится. Да я прям с каждым подходом чувствую, как мои формы становятся аппетитными. Не зря же с тренером занимаюсь. Он следит, чтобы я упражнения все правильно выполняла. А по-другому никак. Мне ох как результат нужен. Мне срочно нужно сжечь кучу калорий. Я где-то читала, что занятия кроссфитом с этой задачей справляются на ура. Суть его в том, что упражнения выполняются в очень быстром темпе, на пределе своих возможностей. Такой тренинг улучшает реакцию, повышает выносливость и, что для меня самое главное, меняет качество фигуры в лучшую сторону. Или вообще пойду на групповые занятия. Быстренько там похудею и к вечеру буду во всеоружии. Похудеть за один день невозможно. Для этого необходимо тренироваться и правильно питаться. Для того, чтобы увидеть результат, нужно много и регулярно работать над собой. Лучше всего это делать под руководством опытного тренера. Он и план тренировок составит, и скорректирует ваше питание. А значит, вы быстрее добьетесь намеченной цели. Ой, да подумаешь! О, а здесь у нас что? Все понятно. Тут проходят занятия по смешанным единоборствам. Здесь моделируется настоящий бой. Можно проверить свою способность сдерживать атаку противника, хоть и условного, а также научиться правильно наносить удары. А потом в солярий отправлюсь и спортивное питание себе присмотрю. Я ведь теперь фитнес-центр регулярно планирую посещать, чтобы всегда быть красивой и здоровой. Ириш, ну что, сегодня все в силе? Знаешь что? Если ты такой умный и думаешь, что я толстая, иди и поужинай один. Оренбург на по рубрике через пару месяцев похудеет, он еще за мной бегать будет.